Вот. В Меркадоне. Всем еще раз привет. У меня сейчас 6 утра 53 минуты. Я жду начала уроков, но перед этим мне надо бы сделать часть испанского, и часть испанского я сделаю после урока. По остальным предметам я все долги, по сути, закрыла. Мне еще надо будет подтянуть алгебру, но это не прям не первым делом. Сегодня у меня планируется много дел, будет продуктивный день, поэтому будет интересно. Приятного просмотра. Сегодня у меня биология, алгебра. Вот это я пропущу, и вот это я пропущу. Английский у меня дополнительный, поэтому я на него не пойду. Потом я обязательно его посещу. Также межпредметный — это совсем не обязательный урок, как бы, поэтому я на эти два урока не иду. Вот мой конспект, да, по сути, вот сегодня я сделала, и вот это сегодня тоже я сделала. Это, конечно, не все, потому что мне надо сделать еще больше, но пока что я приостановлюсь и чуть-чуть отдохну. Я решила чуток перекусить, поэтому сейчас в перерыве сделаю себе бутики с вот такой вот пастой. Что-то вот такое. В общем, рассказываю. Мне сегодня надо будет пойти за тетрадью в магазин. В общем, мне нужна очень сильно эта тетрадь, поэтому я наприметила уже один магазин. Оно всегда появляется в неопределенное время, поэтому мне просто надо ждать. Соответственно, в это время я могу сделать еще один урок испанского, уже третий. Я победила третий урок испанского. Мне их надо сегодня сделать 8. У меня 100% уже открылся урок, то есть запись уже доступна, я думаю. Поэтому сейчас я буду делать биологию. Да, вот так вот. Так, сейчас 12:08. Я уже сделала биологию. Урок, правда, интересный. Перед уходом надо обязательно попоить мышеньку. Сначала в Меркадону, а потом в канцелярский. Я отдала всю мелочь почти, что у меня есть, там вплоть до 2 центов, это просто. В принципе, я сделала все, что мне надо было сделать. Максимум остался мусор. Я также решила потирать плед, потому что я увидела на нем какой-то пятно. Мы заехали в Carrefour. В общем, я беру все по списку, то, что мне надо. Уже едем домой. Я купила вот такую вот помаду. Она стоила 1 евро, точнее 99 центов.
На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Не забывайте про мои соцсети, они в описании. Это был мой день, и всем пока-пока.